Когда-то у меня взломали почту еще Mail.ru. Сейчас у меня много разных почт, тогда была Mail.ru. Ну, у меня, к счастью, оказались друзья, знакомые. Я позвонил там Юрию Белоусову, он мне помог, мне ее восстановили. Ну, ничего там особого не было. То есть, никакие там привязки к банкам у меня не существовали. Ничего такого не было. Ну, просто мне было неприятно, что какой-то человек от моего имени что-то напишет. И все. Сегодня, конечно, зависимость огромная, и я всем рекомендую, если у вас есть с собой какие-то гаджеты, наверняка у всех есть телефоны, запаравливать их обязательно, потому что вы потеряете телефон, вы не просто потеряете железку, и вы не просто потеряете свои любимые фотографии, любимого котика и вас с котиком. Вы потеряете практически ключи ко всему, что у вас есть. И банковский счет, и почта, и восстановление пароля по почте, и так далее, и так далее. Поэтому... Конечно, сегодня уязвимость виртуальная возросла настолько же, насколько и возросли возможности виртуальные, да? Мы сегодня, не вставая с места, можем заплатить за все коммунальные услуги и даже купить себе там еду на дом, я не знаю, и чуть ли не автомобиль. Ну, автомобиль, конечно, вряд ли, но, не знаю, что-то такое серьезное можно купить. Не знаю, кофемолку с доставкой на дом. Вот за эти удобства приходится платить безопасностью. Пароли. Ну, у меня сложные пароли. Конечно, не трехзначные, не четырехзначные, не 1, 2, 3, 4, 5 и не QWERTY. Но всему есть предел. Если, я думаю, что если мой аккаунт кому-то понадобится, то он легко ломается профессионально. Просто нет смысла на меня тратить такие деньги, чтобы потом, взломав меня, не получить ничего. Вот. А вообще я рекомендую людям, конечно, кроме виртуальной жизни, еще немножко возвращаться в реальную, потому что виртуальная жизнь может существовать только в том случае, если у вас существует жизнь реальная, но не наоборот.